Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте поздравить вас с праздником Рождества Христова. Дай Бог, чтобы эта радость, которую Господь не послал нам, радости пасхальной, чтобы через рождение Господа мы приобщились к этому великому счастью. Ваше Преосвященство, дорогие верующие, позвольте искренне поздравить вас с Рождеством, с этим светлым праздником. Пусть этот свет рождественский, божественный свет, входит в вас, будет вокруг вас, пусть помогает вам думать только о хорошем, планировать только хорошие поступки, вдохновляет на них, помогает их осуществлять. Пусть у вас в семье, дома, вокруг все очень хорошо. Пусть Господь всегда будет рядом с вами.